Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Смешного Зарбаба. Мы продолжаем проходить игру Jagged Alliance Rage. Ну что ж, в прошлой серии кое-как зачистили школу. Что-то как-то там было тяжеловато в плане того, что почему-то странным образом обнаруживали тела в кустах. Ну да ладно, а мы с вами отдохнули, у нас сова полностью вылечилась. Тень, к сожалению, требуется ему антибиотики, и он здоровье свое не подправил. Пока идем к месту отдыха. Кажется, нас кто-то преследует. Это все твоя паранойя. Если за тобой и правда следят, это уже не паранойя. Вообще, да, следят. Может быть, устроить, как говорится, засаду на них? Нам вообще, по идее, надо вот сюда, на место крушения. Ну, давайте, наверное, все-таки смотаемся на место крушения. Голова кружится. Мне нужны лекарства. Да нет, он с тобой лекарств, друг. Что ты все на меня смотришь так? Ты мне не доверяешь? Я никому не доверяю. Какая прекрасная подобралась команда. Мне нужна вода. Так, попьете уже тогда вот здесь, вот на месте крушения. Вперед. Вот и вертолет. Он рухнул на какое-то гражданское здание. Если Фидель выжил, мы можем отследить его маячок на местной базовой станции. Но нужно быть осторожнее. Это наверняка ловушка. Всегда готов. Так, и... У нас здесь двое. Двое — это плохо. Во-первых, для начала попей воды. А, у тебя невозможно попить воды. А я могу тебе передать... Блин, нельзя передать и патрон, к сожалению. А воды у него тоже нет. У него 6 из 10, я понял. Какие у нас варианты? Эти кретины тут расхаживают, словно на пулю напрашиваются. И что ты предлагаешь их убить? Ха-ха, не, не-не-не. Вообще без вариантов. Хотя, по идее, я, конечно, могу от них избавиться. Я, правда, не знаю, сколько здесь народу. Даже вот так, по идее, это безопасно сюда спрыгнуть. Потому что вроде как тут ничего интересного нет особо. Давай, наверное, прямиком сюда. О, прекрасно. Так, только мы переключаемся. И вот сюда, в кустики. Мне просто интересный момент. Если я сразу убью двоих. Ну, то есть, допустим, тот же самый нож кину. Как это мне поможет? Демоны какие-то. Все понятно. Здесь бессмысленно, потому что если я их грохну, он палит этих двоих. Все понятно. Тогда, наверное, девахи лучше назад возвращаться. Пока заканчиваем ход. К бою готов. Не так-то все легко, да? Готово. А, они разошлись. Вот то, что они разошлись, это просто прекрасно. Пока он его видит. Я не знаю просто, как он дальше пойдет. Тень, ну-ка давай-ка за ним ты нам сходи.
Готова действовать. Ну, а тебя не знаю пока, мать, куда. Куда бы тебя... Давай сюда. Он еще дальше пошел. Во дворце все на нервах. Ага. Всегда готов. Так, неплохо. Блин, вот видишь, он не видит он его или не видит? Да вроде не видит. Прекрасно. Тень. Можешь его грохнуть? Блин, палево, да? А почему палево? А-а-а, ё-моё. Тут еще один. А вот тут, конечно, вопрос. Как говорится, на миллион. Здесь. Назад пошел. А вот это он еще дальше пошел. Блин, но он уже пошел назад. Вроде как он его не палит. И этот не палит. Тень, тень, тень. Как быть с тенью? Если ему встать... Пленники сбежали. Опять же, мне надо будет встать сначала. Давай пока сохранюсь. F5-очка. Так, пленники сбежали, пленники сбежали. Вопрос в другом. Есть ли здесь кто-нибудь еще? Или они тут вдвоем стоят, и все, и больше никого нет. Я попробую сейчас его грохнуть. 80% шанс. Тихое убийство. Допустим. У него ходов не осталось. Готово! С тобой как быть, мать? Кто-то палит. Ну, палит-то как раз у нас друг. Шестьдесят 2% бросить. Блин, ну его надо убить. Угу. По идее, можно, но не хватит ходов. Так, ну я вроде сохранялся, да? В пяточку я жал. Да. Нифига, не убило? Да, понятно. Ладно, переигрываем. К бою готов. Тогда нет. Тогда просто преследуем и будем смотреть, где хороший маршрут для того, чтобы вырубить. Сова. Готово. Потому что неизвестно, куда этот парень дальше пойдет. Поэтому давай ложись. И сюда. Всегда готов. Да, он, видите, идет дальше прямо. Всегда готов.
Этот пока стоит. Но его уже палят. Да, один палит. Второй палит. И плюс еще здесь один ходит, которого тоже надо будет убрать. Придется выжидать, придется выжидать. Тень пока стоит на месте. Хотя, как бы не обязательно, можно и ближе подойти. Вот, прекрасно. Здесь. Сова здесь. Сова идет вот сюда. И поднимается. И пока тоже все сидим. Они либо потом встретятся, либо потом пойдут наоборот. Да. Они прямо демоны какие-то. Ну, в принципе, смотри, получается, если в следующем ходу этот пойдет прямо, а этот пойдет вот сюда, то как бы будет шанс его грохнуть. Пока просто сидим. Ну, в принципе, неплохо. Так, этот возвращается. Этот возвращается, но он... Он не видит. Пока палит. Не палит. Не палит. И не палит. Сохраняемся еще раз. Либо бросить. Сейчас попробуем, они вообще умирают. Если нет, тогда я просто ближе подойду к нему. Тут надо просто методом тыка пробовать и знать, как что будет происходить. Нет, он его убивает. Значит, получается... У нас не может только справиться сова с этим моментом. Значит, сове надо будет... По-тихому убивать. Здесь гражданское лицо. Я готова. И что, что гражданское лицо? К бою готов. К бою готов. Вот это мне нравится, что он бросил пистолет. Я понятия не имею, потом как это будет происходить. Момент. Обыскать. Ну, допустим, я разрядил. Я готова. Не-не-не, мать. Ты готова, я понимаю, но пока еще рано. Пока еще рано. Ты пока тоже у нас закончил свои ходы. Заканчиваем тоже ход. К бою готов. Давай попробуем, значит, сделать вот так. Сюда. Потом положить. Вот сюда. Обыскать уже не получится, правильно? Ну, в принципе, дойдешь ты. Не, блин, стоп, не так сделал. Ладно. Не так сделал. Так, ты его палишь, ты этого палишь. По идее, потом в идеале, конечно, вот этого бы грохнуть. Ладно, пока пропускаем ход. Он еще дальше пока идет. К бою готов. Я что хотел-то? Я хотел вот так вот сделать наоборот. Подойти к телу. Это еще патроны. Это грязный бинт. Здесь. Нет, мать, пока ты сидишь, ждешь.
Хотя... Не хватит ходов, да? Доползти. К сожалению, но не хватит. Тогда ладно, пока заканчиваем ход. Сюда было бы классно дойти. В этих кустах посидеть. Ну да ладно. И хорошо, что я так не сделал. Потому что он бы тогда меня бы спалил по полной. Ну, забирай пока ствол. Здесь. Значит, смотри. Пока этот его не палит. Этот вроде бы тоже. Так, я пока сохранюсь. Потому что я хочу попробовать. Может быть, он все-таки его сможет убить. Нет. Я готова. Не получается, значит, с ней здесь. Тогда вставай. Сюда, сюда. Готов, слушаю. Так, ты давай у нас... Забирай свой ножик. Ждем его здесь, получается. Готова сова действовать. Сова не доходит. Блин, ну сове лучше, конечно, да, вот сюда подойти поближе. Потом лечь. И ползком сюда идти, чтобы этого вырубить. Он как-то ходит, непонятно, блин, серьезно. Готов, слушаю. Он же вроде как здесь, по-моему, стоял, да? Должен, по крайней мере, стоять. Я готова. Да. Ну, тогда еще ждем. Готов, слушаю. По-моему, как раз это то место, да, где он и стоял, насколько я помню. Давайте на всякий случай я сохранюсь. Да, замечательно. Хорошо, с этим разобрались. Идем сюда. Готова действовать. Действовать тут ты готова, я согласен. А, тут еще один. Но он постоянно курит, как бы. В принципе, тут не страшно. Тут не страшно. Мне интересно, кстати, здесь есть вообще глушители? Это же как бы этот спецотряд. По логике вещей они должны... иметь такое оружие при себе. Ну, вроде, получается, что они ищут это оружие. Может быть, найдут? Так, ты у нас ходишь туда-сюда. Область пока твою я не знаю. Ну, просто заныкаться здесь больше негде. Тут только ползком. Ну, пока ладно. Пока заканчиваем ход. Все, он пошел назад. Всегда готов. Давай, наверное, мы... Ну, что с ним лучше сделать? Поднять или обыскать? Так, ну ножик пусть пока у него торчит. Хорошо. Это берета. Берета мне не нужна. Он сейчас берета потеряет по-любому. Бинты есть. Бинты я возьму.
Бинты я возьму. Берету возьму, чтобы не выпал этот пистолет. И, в принципе, по идее, я должен его сейчас поднять, и все там должно быть нормально. Да, ничего нет абсолютно. Готово. Готово. Нет, пока ждем. Пока ждем. Операция должна проходить по-тихому. Готов, слушаю. Так, здесь один труп. Давай сюда. Не-не-не-не. Это ты зря сделал. А, движение сюда. Бросить тело вот сюда. И обыскать. Значит, тебя обратно. Тебя забрать. И это не те патроны, которые мне нужны. Да, это 9 мм. Каска вроде одинаковая, она никак не тратится, так что пофигу. Ну и дальше как нам с вами быть? Нам нужно выманивать по очереди. Свист он как бы не достанет. Этот здесь. Пока пропускаем опять же ход. Всегда готов. Ну да, свист получается не то, что мне надо. Не-не-не, куда свистеть? Свистеть туда не надо. Надо, получается, я не знаю, как-то сюда свистнуть и обратно. Но мне тогда, получается, надо будет... Блин, я двоих зацепляю. Мне двоих не надо. Готово! Готово. Ну, по идее-то она как раз сюда доползет. Вот сколько он ходов здесь стоит, я не помню. Один или два? Если два, то, в принципе, привстать. Нет, видишь, палево. То есть мне надо будет доползать. Но он тогда здесь меня не видит, да? То есть я могу, в принципе, здесь поползти. А есть только как раз его свистом привлечь вот сюда отдельно, только его, правильно? То почему бы и нет? Так, с тобой как быть? Опять двоих привлечет. Двоих мне не надо, понимаешь? Не надо мне двоих. Мне нужен один. Как бы машина тоже спокойна. Давай наш по одному шагу. Все, один шаг, и получается, я уже его не смогу привлечь. Может быть, тогда я смогу привлечь тебя? Одного, да, допустим. Не, чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть не хватает. Ух ты, да ладно, арбалет. О, вот это вот хорошее оружие. Дальнобойное. То, что надо. Но пока забрать я его не могу, потому что здесь двое стоят. Всегда готов. Так, свистом мы привлечь этого друга не можем. Ну, хотя, в принципе, ход сюда. Опять двоих, да? Да что ж такое? Мне нужно одного привлечь. Одного не получается. Здесь уже получается палево. Ну вот так, смотри, получается только одного. Вопрос только в другом, куда он выйдет, да?
Странно. Но если он меня не палит, значит, он, в принципе, по идее, не палит здесь и труп. То есть я могу здесь по этой траектории ходить, и все будет нормально. Значит, тогда, получается, в следующем ходу попытаемся свистнуть. Попытаемся свистнуть, а ты у нас... давай, наверное, прямиком вот сюда вот. К бою готов. К бою готов. К бою готов. А, блин, не добегает. А вот тут уже лажа. Он не скроется. Бляха-то муха, как же быть-то? Как вот с этими-то быть? Надо от этих двоих избавляться-то 100%. Но вот только как? Свистнуть не могу. Ножами она не убивает, к сожалению. Ей бы тогда, по идее, арбалет. Было бы классно. Но его ныкать некуда. То есть здесь это палево. Не палево вот здесь, но... Это бесполезно. Я могу, конечно, получается, вот сюда куда-то его свистнуть. По идее, он меня тут и не должен спалить. Вроде как свистом... А, нет, свист уже не работает здесь. Ну ладно, посмотрим траекторию попозже немножечко. Тогда ходов все равно сейчас не хватает. Сова тогда у нас... Блин, у тебя ползти пока. Потому что сейчас вот вдруг упадет назад... Так ты хотя бы уже будешь за бочкой. Почему ты не можешь на один ход двинуться? Никак, не вариант. Нет, он пока дошел сюда. Бою хорошо. Готов. У нас готово. Есть шанс. У нас есть хороший шанс. Вопрос только в другом. Да, по идее свист сработает. Хорошо. Давай в кусты. Встать. И сидим. Готов, слушаю. Теперь с тобой как быть? Надо этого позвать, друга. Опять же, если я его одного позову, да, у него будет восклицательный знак. Это тоже заволнуется или что произойдет-то? Потому что как бы в прошлый раз в школе у нас была с этим большая запарка. Да, вроде как свист здесь работает. Хорошо. К бою готов. Угу. Он, получается, здесь два хода стоит. Хорошо. В кусты я... А, в кусты я потом не заныкаюсь. Ха-ха. Действительно, в кусты-то я потом не заныкаюсь. А если поставить бег? Ну, короче, сохраняемся в пяточку и вперед. Ждем. Ждем. Этот заволновался, этот пока по барабану вообще абсолютно. Он должен пойти на свист, и главное, чтобы он вышел. Вышел куда-нибудь примерно вот здесь, встал, чтобы этот его не видел. Потому что, ну это же нелогично, если он увидит его за зданием, правильно? Так, ты тоже вроде не палишь. Блин, вот не могу, да, чуть-чуть вот. Не, не палит. Прекрасно, пропускаем пока ход. Готов, слушаю. Ну, вроде пока не встревоженный. Допустим. Это пока идет. Мы пока ждем. Тебе, кстати, надо поставить ножик-то. Пока заканчиваем ход.
Пока вроде все нормально, я жму F5. Еще раз. И кидаю в него нож. А что-то еще могу. Тихое убийство, отлично. Здесь. Ты сидишь, ждешь. Ждешь. Свист пока не работает, он должен сюда дойти, поэтому пока ждем. К бою готов. Вот здесь уже сейчас свист работает. Так, у него остается автомат, вернее, этот, снайперская винтовка. Я, конечно, получается, могу разрядить. Отлично, да? А если я тебе пока положу, допустим, мультиинструмент, да, и патроны? Пока. Чтобы забрать твою винтовку и тебя, соответственно, подобрать. В смысле, здесь... Это то же самое же, нет? Блин, нет, нифига. Ну, в принципе, без разницы, а потом это все соберу. Там мультиинструмент, получается, мой остался и патроны. Готова действовать. Вот, она уже готова действовать. Допустим. Да. Так, бросить тело, наверное, не могу, да? Да, не хватает ходов. Готово. Сова. Нет, сова, пока ждем. Нож у тебя готов у совы. Все прекрасно, пропускаем ход. К бою готов. Подожди, а если... Я сюда смогу дойти? Вот тут вот лучше выбросить тело. Что? Нет! Где? Это демон! Нет, 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 нет. Всегда готов. Не понял, а где тело? А, нам все заново, понятно. Вот тут еще какие-то ребята стоят, блин. Почему же не показал, что это было бы палево? Вот часто видно, что палево. Ладно, пытаемся бросить ножик. Образцово показательно. Готова действовать. Нет, ты пока у нас ждешь. К бою готов. Поднять телом. Да, осталась винтовка. Идем пока сюда. Готова действовать. Ты свистишь. Переходишь сюда. Конец хода. Готов, слушаю. Почему же мне здесь-то показало, что спокойно могу пройти, если он меня палит здесь? Правильно? Ну-ка, в пяточка. Ладно, не буду рисковать я. Здесь. Готов, слушаю. Допустим. А пока я тебе оставлю. Патроны я заберу. 7,62. Это какие? А, это 5,45. А, это не те патроны. Так, ну и ножик я свой заберу. Допустим. Здесь.
нет! Это демон! Демон демоном, а пока все нормально. Хорошо. Взять труп. Всегда готов. Нафига тогда ему еще другие патроны нужны? Что-то в этот момент я не понимаю. Который вообще сюда не подходит по логике здесь вещей. Так, брось тело вот сюда. Ножик тогда я тебе оставлю. Я тогда тебе возьму твой. Чтобы он здесь не валялся. Ну что, в принципе, по идее, здесь зачищено, да? Здесь этих никто не видит. Это хорошо. Как раз подкрадемся и двоих вырубим. Готов, слушаю. Мне, по идее, нужен будет арбалет, но мы сюда вернемся попозже, когда вот от этих двух друзей избавимся, плюс еще надо будет попить. Пока давай. Все, заканчиваем ход. К бою готов. Готово. Давай пока посидишь в кустах, я не знаю, как у нас там дальше будут обстоять дела. Вдруг они куда-нибудь пойдут? Да. Так, тебе это я твое оставляю, свое я забираю. Странно, 5.45, это как раз на автомат, но у меня никого не было с автоматом пока. Здесь вот, кстати, палево. Ладно, тогда ты у нас ложись и лежа проползешь. Готова действовать. Нет, ты пока тоже стой на месте. Нам нужно дождаться, когда тень здесь справится со своей готова задачей. Готова действовать. Пропускаем. Готов, слушаю. Ну, в принципе, можно будет его поднять. К бою готов. Готово. Да. Я готова. Нормально. Готово, готово. Этих двух, наверное, я здесь я оставлю. Если что. Так, пока палево, да? Подожди, а кто палит-то? Странно, ладно, давай тогда вот так вот. Обошли, хорошо. Так, мать. Я готова. Тебе, наверное, лучше... давай, в принципе, сходи попей. Блин, грязно. Грязная бутылка с водой. Нет, не подходишь. Кстати, как у тебя там с водным балансом? Пока на семерку, кстати, надо попить. Надо попить. Блин, нужен источник воды, тогда получается хорошенький. Готов. Вон ну как. Готово. Да, обзор, конечно, у него хорошенький такой. Вот этого никто не палит, да?
Странно, что нельзя его убить. Готов, слушаю. Здесь. Ха, а вот так можно, да? Я! Алкоголь. Секретное оружие Ивана. Ясно, алкоголь нам не нужен. Ну, кстати, можно поменять оружие. Тени дать автомат, снайперская пусть будет у совы. И можно будет патроны пособирать. Пусть пока остается здесь. К бою готов. Готово. Так, у тебя нож, все прекрасно. Готов, слушаю. Хм. По идее, здесь пишет, что без палева, да? Я готова. Да. Черта! Это враг! В смысле? Тревога! Тревога! Посторонние! Я у вертолета! Подожди, а чё, у неё закончились ходы, что ли? Нет! Снова они! Нет, нет! Плохо дело! Я запорол. А я, мне кажется, что у неё ходы оставались. Это, кажется, не у неё, а у него были ещё ходы. Ладно, я понял. Готов, слушаю. Это, кажется, у неё ходы оставались, не у него. Здесь! Да, точно. Всегда готов. Всегда готов. Ну, вот теперь понятно, почему так произошло. Понятно, почему так произошло. Да не того. Вот этого. Здесь. Все, замечательно. Так, что у тебя тут может граната, скотч, ну это вот неплохо. 9 миллиметров мне не надо. Так, ну смотри, давай попробуем разделить. Сюда положу, чтобы у меня тень взял, и все прекрасно было. Дальше, значит, здесь граната осколочная, блин, надо как-то взять ее. Но только вместо чего? Пока особо не представляю. Ладно. Что у этого есть? Ага. Разрядить патроны мне, пожалуйста. Спасибо. Так, ты пока все, стой на месте. Теперь ты. Выпей воды. О, эта вода очень вовремя. Да, согласен с тобой. Дальше. Сделаем вот так. Разрядить. Сюда. Сюда. И ты у нас... Блин, брать тебе осколочный, не брать тебе осколочный. Арбалет, кстати, вот полезная вещь. Да, надо будет арбалет взять. Может быть, лучше арбалет взять, чем... Хотя надо будет чем-то отстреливаться. Ладно, пока подумаем, давай тогда иди сюда. Мать, теперь я с готова. Тобой. Здесь вроде как ничего нет. Да, мы все взяли. Здесь, да, посмотрим. 20 патронов. У тебя 31 патрон. Блин, ну граната бы, конечно, бы, да, но вот вместо чего? Мгновенно вызывает ярость. Это неплохо, но места нету. Нет места. Бери тогда тело. Надо будет избавляться тогда от трупов.
Да. Готов, слушаю. Так, где там, что с водным балансом? Нормально, 10 из 10. Здесь. Всегда готов. Готов, слушаю. Алкоголь. Им можно обеззаразить бинты. Можно. Тут вроде бы ничего не осталось. Готово. Надо просто избавляться от тел. Готов, слушаю. Готово действовать. Давай, наверное, сюда же. К бою готов. Готово. Да. Я просто боюсь, если сейчас я буду осматривать, то, возможно, будет какое-то дальше продолжение сюжета. И мне, по идее, надо взять будет арбалет. Я готова. Ты готова, молодец. Да. Готова. Все-таки мне непонятен момент с оружием. Если оно будет валяться, это тоже будет палево, да, какое-то? Так, ты идешь сюда. Готово. Ты идешь сюда. К бою готов. Готово действовать. Так, ты у нас, по идее, не палишь. Вы вообще тем более не палите. Здесь в домике ничего полезного нет, ни ящиков, ничего. Тут только вот получается полезный это арбалет со стрелами. Просто сколько интересно он будет занимать место, я не знаю. Всегда готов. У него опять же пока стоит нож. Готово. Там уж целая толпа. К бою готов. Тихо. Куда ты там к бою готов? Тихо. Так, и в пяточку нажму. Эй! Уходите. Если солдаты увидят, что я с вами разговариваю, они убьют меня. Угу. Понятно. Готово. Готово, идешь сюда. К бою готов. К бою готов. О, отлично. Разрядить. И сюда. 26 патронов. Это неплохо, кстати. Это прям очень хорошо. Эй! Уходите. Если солдаты увидят, что я с вами разговариваю, они убьют меня. Здесь. И сюда тогда иди. Всегда готов. Блин, а чё, их нельзя вместе? А, не, вместе можно. Мне бы, конечно, бы рюкзак. Блин, арбалет это вещь. Вот арбалет это вещь. Я, наверное, вот мультиинструмент я выложу. Потому что как бы у нее есть, смысла в этом нет.
Патроны, если что, пусть будут вот на автомате как раз лежать. Тогда для пистолета я выложу. А, так у меня все равно не хватает места. Мне, бинты мне нужны. Без стрел-то бесполезно что-либо делать. Это мультиинструмент, и осталась еще стрела. Арбалетный болт. Блин, надо как-то его забрать. Здесь. Готов, слушаю. Да. Я готова. Надо забрать просто болт. Может быть, что-то выложить здесь. Я не знаю, допустим, бинты сейчас положу я сюда, она потом как-нибудь возьмет. Что-нибудь выложит. И пока, да, давай забирать болты. Готово. Так, бинты есть. Вот, наверное, для пистолета я заберу. Вернее, выкину. Патроны заберу, бинты. К бою готов. К бою готов. Давай, собирай болты, блин. Мы посмотрим сейчас, что в итоге у нас выйдет. Патронов у меня там нет, да, для этого? А, нет, для калашникова как раз-то есть. Ну, у нас как раз и здесь были для калашникова патроны, так что можно будет взять. Окей. К бою готов. Готово действовать. Блин, всегда у нас уже готов. Столько времени прошло. Давай, наверное, мы с тобой побежим. То у нас никого здесь нет, в принципе, вот спокойно можно будет. А вот патрончики забрать, да, забрать не помешает. Готово. Так, клади тело. К бою готов. Я готова. Фидель мог выжить при падении. Мы можем отследить его поисковый маячок. Работает, но кое-как. Сигнал то появляется, то пропадает. Направление на север. Пойдем отсюда, пока не подошли новые подкрепления. Покиньте зону. А куда я покинуть-то? А, сюда, отлично. Всегда готов. Я готова. Покидаем. Готов, слушаю. Здесь. Всегда готов. Готово. Здесь все. Что дальше? Мы знаем, что Фидель выжил. Предлагаю начать его поиски. Да, но нам придется сейчас бегать, потому что нас преследует плантация посреди джунглей. Вероника говорит, здесь выращивают приход. Но по идее... А, вон, военный лагерь. Да, его надо будет уничтожить, потому что они нас преследуют. Ладно, со всем этим мы с вами будем разбираться уже в следующей серии, так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих прохождениях. Всем пока!